Еще один кожаный альбом СССР марки, тематическая коллекция, тематический раздел «Спорт». Немецкий кожаный альбом, просто сказка. Ну, «Спорт» — это уже такая вот коллекция тут начинается с забойного набора, который стоит очень дорого. Гашеный, конечно, он не очень дорого стоит, там 1000-2500. А чистый там 10 000 и 25 000, если без наклеек. Так что спорт собирать уже так подороже получится. Это уже не космос. Это 35-й год. Самые дорогие марки СССР. 30-е годы, начало 30-х там. К ним и не подступишься особо. Вот тоже 30-е годы. Этот набор у меня до сих пор еще не собран полностью. Одна чистая, 4 гашеных и 3 марки совсем в плохом состоянии. Ну, пока так. Вот этот набор тоже еще не собрал. Парад физкультурников со Сталиным. Вот эти в хорошем состоянии у меня куплены. Вот эти вот купил гашеные. Ну, я думаю, мне их и хватит, гашеных. Куда их? Чистые, они по 2000. Ну, зачем мне эти чистые? Ну, у меня в детстве их не было. Ну, пусть будут. А вот этот марк у меня была в детстве. Я купил сначала гашеный, а потом чистый. И решил так оба и оставить их здесь. И чистый гашеный набор. Так, тут у нас что? Тут у нас тоже интересные наборы, красивые. 49-й год, по-моему. Да, 49-й, тоже 49-й. Два набора было рядышком. Красивые такие тоже. Вот еще тут набор, тоже хороший. А здесь с надпечаткой марку даже выпустили там. Вот конный спорт, парашютный спорт. Здесь разная просто бумага на этих марках. Они не одинаковые. Бумага разная чуть-чуть там. Мне их так и продали, сказали, разновидность. Я говорю, ну давай, с разновидностью пусть будет. Вот большой набор, 16 марок. Вот еще такой, про хоккей был набор. Еще такой. Всякие игры там были. Вот еще эти вот марки. Вот здесь еще должны быть две беззубцовые. Ну, я их еще пока не купил. Они не очень дорого тоже стоят. Но все как-то про них забывал. Ну, дойдут руки, так куплю. Нет, так и пусть пока так. Вот такие вот. Это ДСААФ. Спорт вида. Технический там. Парашютный, вертолетный даже спорт был. Мотоциклетный и... А, это аквалангист. Вот парашютный. Туристические марки. Хороший, красивый набор. Вот этот художник очень хорошо рисует. В 50-х годах рисовал. В 60-х начале там, наверное, красивые у него были вот эти все оформления. Это вот не почтовая марка какая-то там, сбор. Вот это тоже не почтовая. Вот эти не почтовые, ДСААФовский сбор. И один из красивых, конечно, наборов Олимпиада в Риме. 10 марок. И одна марка с надпечаткой. А это просто спецгашение тут тоже оставил. Так. Вот. Ну, тут уже 60-е года пошли. Вот такие вот марки. Такие блоки тут. Вот такие. Тут аж 3 набора пришлось купить. Один беззубцовый, другой зубцовый, а третий с надпечаткой. Получилось 3 как бы одинаковых. Ну, коллекция должна быть полной, конечно, желательно. Поэтому приходится все покупать. Это самый знаменитый вот в спорте блок. Зеленый здесь должен быть. У меня его пока нет. За него просят 12 тысяч рублей. А я решил дороже 1000 рублей марки пока не покупать. Ну, может, когда-нибудь и куплю, но что-то 12 тысяч дофига. Ой, на ксероксе легче напечатать и зеленым карандашом разукрасить и номер написать, чем 12 тысяч отдавать кому-то там непонятно. Еще и фальшивые подсунут, и все, привет. Запросто причем. Ого, фальшивок на рынке достаточно. Кто думает, что там все такие честные продавцы, глубоко ошибаются. И клей наведут, и надпечатку сляпают, и все, что хочешь. И бумагу, и врезку сделают. В общем, одни сплошные жулики. Надо глаз да глаз держать. А то обманут. Особенно с дорогими марками. Даже с дешевыми-то норовят обмануть. А уж с дорогими-то тем более. У меня фальшивая одна марка куплена. Но там я ее, так сказать, расшифровал, что она фальшивая. Поэтому взял-то недорого. Но мне очень понравилось качество. Это я уже показывал ролик.
Вот это уже конец 60-х годов пошел. Почему-то эта марка очень дорогая. Не знаю почему. 300 рублей в каталоге. Ну, я за 50 взял. Все равно дорого. Все там по 5, по 10 рублей, а это почему-то вот 300. Фу. Хотя не думаю, что она такая редкая. Просто вот почему-то, кто каталог составлял, решил, что сделать такую цену. Может, у нее их много там было, не знаю. Я решил, дай-ка я себя обогачу. Вот это 70-е годы. Вот блок один, блок другой с отпечаткой. Блок один и с отпечаткой есть тоже. Это у меня в детстве были, помню эти марки все. Ну, сколько воспоминаний. Вот такие вот красивые тоже. Тоже с отпечаткой, без отпечатки, с отпечаткой, без отпечатки. А это уже пошла Олимпиада, олимпийские. Там цену и плюс еще сбор этот самый. Стоили они дикие деньги, конечно. Особенно вот, когда их продавали, сначала продавали 4 марки, а крайнюю марку, самую дорогую, придерживали. А потом, чтобы ее купить, приходилось опять набор покупать. За эти номерные блоки тоже по 5 рублей спекулянты брали. Вот. Коллекционеров тогда было очень много. И марок всем не хватало. Поэтому спекулянты этим пользовались. И давай там цены накручивать. Так-то, если по ГОСТу нет, не такие уж они дорогие были. А вот со спекулянтами там... Ну, а сейчас вот эти марки все достать уже нетрудно. Потому что сейчас мало кто собирает. Это и хорошо одновременно, и не очень хорошо. Вот. Тут вот попалось мне под руки. Там есть разновидности. Там какие-то ошибки, дефекты в клише. И там черная жемчужина. То есть... Точечка черная, вместо там такие вот шарики, и одна точечка там пропущена, как бы черная. И получается такой вот, как бы дефект черной жемчужины назвали это. Ну вот, она недорого стоит, но вот у меня теперь есть этот разновидность. Мишка олимпийский, блок. Всякие вот тут красивые, конечно, марки все, спорт. Это еще, тут уже все, конечно, у меня собрано этих лет, там, 70-е, 60-е. 60-е там кое-что еще нет, а вот 70-е, 80-е тут все уже собрано. Даже вот трезвость, норма жизни, еще Горбачев там с водкой боролся. Тоже даже вот сделали. А тут вот три блока. Один простой, другой с отпечаткой, а третий со спецгашением. Тут еще олимпийские печати, тут еще тоже спецгашение. Это эти альпинисты. Этой штучкой зубцы измеряют. А это просто чехословацкие такие. Вот такой вот альбом. Это вот такое приспособление старинное. Купил. У меня такое было в детстве. Но прозрачное. А тут непрозрачное. Ну, их там, они разные бывают. Вот такой альбомчик. Спорт СССР.